Тут 50 на 50. Все зависит от ребенка, от того, как он воспитан, и от его типа темперамента, я думаю. Но все равно большинство детей, как это всегда было, они, когда у них спрашивают, какой твой любимый предмет в школе, они обязательно называют физкультуру. Почему? Потому что, говорит, там можно побегать, попрыгать, там можно выплеснуть именно свои эмоции. И физкультура детям важна и нужна, потому что это растущий организм, и от занятий именно спортом зависит их здоровье.